В Липецкой епархии возрождается традиция открытия домовых храмов при высших учебных заведениях. Так, переоборудование учебного кабинета под храм в одном из местных вузов стало важным делом для педагогов и учащихся. Эту небольшую университетскую церковь отличает редкий интерьер. Иконостас изготовили мастера Задонского Рождества Богородицкого мужского монастыря. Липецкие художники изобразили на окнах известные церкви, а на потолке иконы 20-х праздников. Великолепием храма полюбовались и наши коллеги из епархиальной телестудии «Свет миру». Им слово. В Липецком государственном педагогическом университете открылся домовый храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. На возведение в стенах университета храма ушло всего несколько месяцев. Столь сильно было желание ректора, сотрудников и студентов педагогического вуза иметь живой источник, в котором можно было бы черпать духовные силы. На сегодня, когда мы видим раскол в какой-то степени в обществе по отношению духовности и нравственности, мы считаем для себя очень ценным открытие освящения данного храма. И я думаю, что это запрос и требования и педагогов, и сотрудников, и, конечно, наших студентов. Для преподавателей возможность в любой момент прийти и помолиться. Для студентов можно прийти в храм не только помолиться перед экзаменами о хорошей оценке, но и обойти храм вместе со священником, выслушать историю той или иной иконы, праздника, получить ответы на свои большие разнообразные вопросы, касающиеся жизни, цели жизни и так далее. Ну, вообще университет – это же нечто такое универсальное. Вот теперь университет будет выполнять свою функцию в полной мере. Высокопресвященнейший Никон, архиепископ Липецкий и Елецкий, совершил водосвятный молебен, после чего окропил святой водой стены храма. Он назвал этот храм великолепным, отметив редкость интерьера. На окнах – известные церкви Липецкой и Елецкой епархии. На потолке – светящиеся иконы 20-х праздников. Всюду свет, теплота и уют. Некоторые, может, скажут, да, это так ли, люди зацикленные, они не знают, что они творят, и проходят мимо, и, может быть, выражают определенное недовольство тем, что вот храм, а зачем он нам нужен и так далее. Нам храм нужен для того, чтобы приобрести там, на небе, храм для того, чтобы наследовать ту обитель, которая уже для нас, для каждого человека есть. Нужно здесь определиться в этой жизни. Храм будет открыт ежедневно с 9 до 15 часов дня, кроме выходных, субботы и воскресенья. А по средам сотрудники и студенты университета смогут помолиться за божественной литургией. Анастасия Хохлова, Евгения Хридина, телестудия «Свет мира» Липецкой и Елецкой епархии для телеканала «Союз».